Слава Иисусу Христу, слава на веки Богу Святому. Да, приветствую всех из Тулы с любовью во Христе Иисусе, Господе нашем. Да. Шалом всем, мир всем. Шалом. Шалом, да. Вот, и остается уже меньше 2 недель до праздника. Праздник обновления, как он называется в Новом Завете, да? Где это записано? Помнишь? 10 глава Иоанна. Да, 22 стих и дальше. А, вот легко запомнить, Иоанна 10:30. Я и Отец одно. Иоанна 10:30. Это как раз Иисус говорил на Хануку. Я и Отец одно. Вот, и в этом как раз и Иисус и о себе сказал, и о нас, обо всех. Потому что вот это вот единство Бога человечества, Христос в нас, да, Бог в нас, а мы в Нем, мы в Боге. Вот. В этом настоящая Ханука, настоящее обновление храма Божьего, которым сегодня мы являемся. Апостол Павел писал: разве, говорит, вы, говорит, не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если он первым верующим это писал, да, и первые верующие это могли забывать, как бы, то уж верующие 21 столетия наипаче. Мы часто забываем, да, что мы и есть храм Божий. Потому что многие думают, вот, вот, допустим, здание церковное, это храм, да? Как бы, значит, там, или конфессия, деноминация. Не, вот мы живые верующие. Не просто организация, какая-то структура, конфессия, деноминация или храмовые сооружения, такие церковные сооружения, да, здания. Нет, а именно сами мы, как на Руси говорили. Храм не из бревен, а храм из ребер. Ну, в основном раньше из бревен строили. Вот, а церкви-то каменные редкие были, храмы. Вот, а храм не из бревен, а храм из ребер. То есть, живой человек, храм Божий. Вот, именно это самое важное откровение-то, собственно. Вот, и Иисус говорил, если к тем, кому обращено было Слово Божье, вы Боги, да? Вот он как комментировал, да. А тем более сейчас, друзья, тем более в наш час, когда уже не просто к нам обращено Слово Божье, да, а уже в нас живет уже Слово Божье. Вот так вот. Так что, боги, мир всем богам, как говорится, да, братьям, сестрам, всем святым и верным детям Божьим радоваться. Ну, и перед Ханукой я постараюсь записать какие-то видео, как раз... Ну, книги Маковейские хочу перечесть. Наверное, хорошо было бы, да, так вот записать отдельное видео прям по книгам Маковейским. Да, исторические и вообще вот. Даже просто прочесть их, эти книги Маковейские. Да, с комментариями, может, с объяснениями даже. Есть исторические некоторые просто справки или предисловие какое-то надо делать все-таки. Разъяснение, как бы объяснение книг Маковейских. Да, ну и всем вам, друзья, да, домашним заданием предпраздничным перечесть книги Маковейские. Это книги исторические, но и там есть нечто много там как интересное, назидательное, да. Вот, и они были записаны между заветами. И в католическом, в православном издании они печатаются. Но единственное, что в православном издании у нас там оно обозначено, что это именно не канонические книги, но полезные, назидательные книги исторические. Вот. А католики вообще их сделали даже каноном, кстати. Ну, это так было, чисто из принципа. Но, в общем-то, на самом деле хорошие книги, очень полезные книги. Пусть Господь благословит всех вас, дети Божьи, да. Мир всем вам, благодать умножится. С наступающим праздником всех, да. И я постараюсь каждый день, вот 8 дней праздника, каждый день постараюсь как раз записывать именно отдельное видео, именно посвященное этому празднику. Напоминаю, что в этом году Ханука ранняя. Вот, уже воскресенье получается, через воскресенье, да? Воскресенье вечером, уже 28 числа ноября по гражданскому календарю.
Это будет начало уже 25 числа Кислева, 9 месяца библейского календаря. Вот, будем зажигать первые огни Хануки, праздника обновления. И до 6 декабря в этом году. Обычно где-то в середине декабря, в конце декабря, да, даже начало января бывало, ну, заходило так вот. А в этом году ранняя Ханука. Да, пусть Бог благословит вас всех, друзья. Шалом. Шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Да, благословляю, да, и свою супругу, детишек, внучат во имя Иисуса. Да, аминь. С Богом.